Три человека играли в шах много раз. Ну, вот сегодня поиграли, завтра поиграли, через год поиграли, еще через год поиграли. Много-много раз. Каждый раз из этих троих кто-то оказывался на первом месте, кто-то на втором. Когда прошло много-много-много времени, Аня, Боря, Витя, да? Аня говорит, я больше, чем в половине случаев, выступала лучше, чем Боря. Отлично. Боря говорит, а я больше, чем в половине случаев, выступал лучше, чем Витя. Витя тут посмотрел, интересно, он самый лучший или нет. И сказал, а я больше, чем в половине случаев, выступал лучше, чем она. Вопрос, могло ли так? Нет, конечно. Нет. Нет. Отлично. Давайте голосование проведем. Кто считает, что очевидно, что так быть не могло? Молодцы. Все подняли руку. Молодцы. Спасибо. Нет. Вот. А теперь, пожалуйста, приведите пример, когда так было. Так, что такое турнир? На самом деле нас не интересует. Они там могли долго играть. Турнир – это просто то, кто на первом месте, кто на втором, кто на третьем. Повторяю условия. Несколько раз люди играли в шахматы. Каждый раз из них троих присваивалось первое место, кому-то второе, кому-то третье. Так было несколько раз. Могло ли так случиться, что Аня больше, чем в половине случаев, была выше, чем Боря в этой турнирной таблице? Ну, да. Так, я у вас есть решение? Выходите. Три турнира. В первом турнире. Аня, Боря, Витя. Во втором турнире потом идет Витя. Спасибо. Спасибо. Так, объяснить? Объяснить. Смотрим половину, большую половину случаев, в которой Аня лучше Боря. Покажите два случая. Что это за случай? Первый случай. Правда. В первом и втором случае Аня лучше, чем Боря, правда? Нет. В каких случаях Боря лучше, чем Витя? Согласны? Да. В первом и третьем случае Боря лучше, чем Витя. Ну, дальше. Ну, вообще-то, да. Витя выше, чем Аня, тоже в двух случаях. Все поняли? Да.